Мальчишки и девчонки, тук-тук-тук, оранжевые ходители, на-на-на-на, веселые истории, здесь написано, увидеть не хотите ли? Веселые истории, экран покажет наш, веселые истории в журнале Ералаш. Пам-пара-пара-пам-пам-пам, журнал Ералаш. Всем привет, друзья! Сегодня у нас на завтрак кофе и вот такой вот тульский пряник. Тульский пряник с начинкой яблочный джем. Яблочный джем сделан в Туле, я так подозреваю. Я скажу точно. Да, ЗАО кондитерская фабрика «Старая Тула». Приступим. Вот так мы его открываем. Сейчас вам покажу, как он выглядит. Вот такой тульский пряник. Видите, надпись здесь написано «Тульский». Вот здесь написано буквами «Тульский». Смотрите начинку. Вкусные. Свежий, мягкий. Правда. Правда, какая-то серая мука. Чем тульский пряник отличается от других? Формы прямоугольные, хотя бывает круглым, размерами, габаритами. И начинка. Вот тульский пряник, не ел, наверное, года полтора точно не ел. Очень вкусные. С чаем, с кофе, с молоком, чем угодно. А сверху видно блестящее, полит глазурью, вот, по-моему, или чем-то, почему он так блестит. Но это не важно, главное, что вкус имеет. Бесподобные, неповторимые, что-то они добавляют туда. Что-то свое. Ну, съел один такой пряник, наелся. Плюс вот такая кружечка кофе.
Ой, хорошо. Всем спасибо, кто смотрел, друзья. Пишите ваши комментарии. Если любите тульские пряники, ставьте лайки. Если не любите тульские пряники, ставьте дизлайки. И подписывайтесь на мой канал. И будет вам счастье. Всем пока-пока. До новых встреч.